Итак, привет всем. Сегодня посмотрим. Вот пришла мне посылка с Алиэкспресса. Это должна быть у нас лягушка. Почтовый ящик закинули ее. Все, больше ничего. Вот такая вот лягушечка. Прикольная. Не, хорошая. Мягенькая. Вот так вот. Крючки. Очень мягкая. Ну и вес ее. Ну да. Там 5-6 грамм. Где-то так и будет. Крючки острые. Только единственное, мне что кажется, это ну не может не после каждого заброса, но она водой будет наполняться. Тут вот где выходит крепление. Дырочка. Ну, возможно, будет нажимать, воду выпустить. Ну, так хорошее. И вот эти вот немножко склеены. Усики. Поподрезаю, может, вот так вот. Брал я ее за... Вроде бы за 46... Короче, за 50 рублей где-то. Доставка долго. Наверное, больше месяца, месяца полтора. Ну, а так. Хороший. Товар хороший. Запах. Запаха вообще никакого нету. Все. Ссылочку я скину, наверное, под видео. Кому понравилось. Ставим лайк, подписываемся. Всем пока. Спасибо за внимание.